Всем привет, с вами Никитос, и Олега тут еще нет, но сейчас я еду к нему, одену нагрудник, вы все увидите. Велопокатушки такие, давайте не буду тратить время, потому что я опаздываю к Олегу, и надо уже гнать. Ну что, я одеваю, и вы уже смотрите. Все, погнали, потом все объясню. Thank you.
полицай, а не тупой. Рот закрой. Что, таблички написано? Ты тупая, ты тупая. Ты ж дура, у меня есть книга, ребята, хоть есть кто-нибудь. И что? Я еще маленькая. А, ну да, как будто ебать, что одеться по кухне. Я маленькая, мне еще рано. Как? А у нас есть только родители у нас есть. Рот закрой! Не говори, как ты вообще умница, я еще будешь в поле со мной. Вот играй в печь, играй там мяч, вон там дети маленькие играют. И там у кого ебал голову, ты уж отвечаешь, или я буду за нее? Она там здесь, вы не видите? Да, она сейчас играла там, а не здесь. Да ничего, блядь. Ну что? Арбажальки ебаные, блядь. Ну что, табличка написана, что нельзя, что я сбежала? Ну а закрыли? Гляди в другом месте тогда, понятно? А нам тут хочет. Будет мячик. Вообще не понимает. Мячик в другом месте, может мячик играть. Я никакая девчонка ко мне придирается. Ты пойдешь, и не я тебе первая. Да. Да. Ой, да, нафиг тебя надо. Я слышала, я не глухая. Я тоже не глухая, дурочка, блин. Мать меня наберись. Если бы вы были бы не русскими, вы Пашу было бы приятно. Подойди ко мне. Подойди. Не подойду. Тепло подойду. Фу, тепло. А бабушка ответила за свой бардак. Заразиться не хотим. Да, что такое? Ты, ты тварь ебаная, блядь. Ебаная. Не ругайся на детей. Когда я начала, нихуя себе, я этот, ты вот. Еще а один. А что ты на них ебаными называешь? Уходи, вот у нас, блядь, ничего, нормально, блядь? Они тупые, вот это она его Ребят, ну все, я встретил Олега. Всем привет. Надеюсь, его слышно. Настройки. Необходимо. Все, ребят, нам надо где-то сделать несколько фоток для новой шапки. Ну, а вы это все посмотрите. Олег мне, кстати, дал крыло на время. Мое сломалось. Причем уже второй раз на том же месте ломается. Не на том же месте, а в том же. Издалека попробую. Где он там лица вообще находит? Типа лица находит. Сейчас вот фоткаю. Что там по времени? Еще есть 40. Нет, не 40. 37. Подножку? На, ну подножку я вырежу. Отрежу, иначе. Смотри. Такое лицо мне сейчас смотри. Ну его не видно. Может, конечно, еще его увеличить так. Как уменьшить? А. Ну там все такое получается. Мафафыка. Все глаза как бы закатывают. А, эти фотки перелистываются. Ребята, это у меня аккумулятор. Его покатушки получатся довольно-таки странные. Но...